Некоторые утверждают, что никому, мол, нельзя доверять. Но я скажу так, что доверять нужно, можно доверять. А в некоторых ситуациях, может быть, вы даже вынуждены довериться какому-то человеку, так бывает. Длительное время, общаясь с людьми, например, в каком-то коллективе, вы для себя можете четко как-то определить, что вот с этим человеком, например, нельзя иметь никаких серьезных дел. С этим человеком можно так просто поболтать о чем-то несерьезном. А вот с этим человеком можно не только иметь серьезные дела, но и в разведку пойти не страшно. То есть вы для себя можете такие вещи легко, ну, определить по поведению людей, потом по общению с ними. Но все же есть три категории людей, на которые стоит обратить внимание, с которыми нужно быть аккуратнее. Потому что они своим поведением могут усыпить вашу бдительность. И вот эти три категории людей, они больше склонны к предательству. Первая категория – это люди, которые вам льстят. Кому-то, может быть, нравится лезть, может быть, душу греет. И такие люди говорят, ну да, льстит он мне, ну что здесь плохого? Да, он перебарщивает, может быть, человек, но в лучшую ведь сторону. Но очень важно понимать, что лесть – это фальшь. А за фальшью скрывается истина, истинное отношение к вам, этого человека. Люди, которые льстят, чаще всего они, ну, в некоторой степени от вас могут быть зависимы. По работе, там, по должности. Или, например, им периодически от вас что-то нужно. Какой-то свой интерес у них есть. Как правило, корыстный интерес. И вот таким людям, конечно, нельзя доверять. Потому что они вас продадут, когда будет какая-то для них выгодная ситуация. Вот будьте с такими людьми аккуратны. Бдительны, так скажем. Вторая категория людей – это те, кто выставляет свое «я» впереди паровоза, как говорится. Все время «я». Я вот это могу сделать, я это делал, я то видел. Это у меня получится. И вот такие люди, они, ну, например, у вас, когда что-то не получилось, какой-то сбой, какая-то неудача, они могут сказать, да я ж тебе говорил, не надо было так делать, надо было вот так и вот так. То есть свое «я» выставляют впереди. А когда у вас что-то получается, когда у вас успех, вот такие люди, они скромно молчат. И на лице вы можете заметить такое, ну, как бы мелькнет, может быть, тень разочарования какого-то. Людям нельзя таким доверять, потому что это завистливые люди. И при каком-то удобном случае они через вас, не задумываясь, перешагнут, предадут вас. Поэтому тоже будьте с такими людьми внимательны и аккуратны. И третья категория людей – это те люди, которые рассказывают вам про других людей, какие они плохие. Какие-то гадости, может, про них говорят, осуждают их. Конечно, многие люди склонны осуждать других, сплетничать. Но эти люди, они делают это с особым таким пристрастием, в красках все это описывают. С ними нужно быть аккуратным, потому что если они про других вам такое говорят, то и про вас они то же самое другим рассказывают. Нельзя доверять таким людям какую-то конфиденциальную личную информацию. Поэтому будьте вот аккуратны с этими тремя категориями людей. И самое главное, доверяйте всегда своей собственной интуиции, потому что она вас никогда не подведет. И еще, друзья, если вы просыпаетесь ночью, там, часто, даже не часто, если, но после этого не можете уснуть, одно слово шепните, будете спать до утра, как младенец, крепким, сладким сном. Посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне, там все подробности. Благодарю вас за внимание.